Всем привет, друзья! С вами Малдер, и мы продолжаем играть в Резидента 8. По-прежнему мы находимся в доме... Бонивенто? Что-то такое. И у нас тут начался Silent Hill, короче говоря. Ну что, Резидент, Silent Hill. В принципе, недалеко друг от друга ушли. Так. И чего тут у нас? Мы там открыли дверку, кстати сказать. Но темно, не видать ни хера вообще. Фонарик очень тускло светит. А, здесь стол перевернули уже. Я что-то не заметил, когда бежал тут. И мы увидели с вами какую-то хреновину здоровую, которая за нами, между прочим, погналась. Давайте только ничего не будет. Тут выпрыгивать. Вот барельеф мы тут нашли. Младенца в прошлой серии. Его воткнули, и у нас, соответственно, дверка открылась. Тут что? Какие-то картины повсюду. Виноградик свежий был в каком-то году. Теперь он больше похож на окаменелость. Я здесь не пройду, что ли? А вот тут есть и так. Нет, тоже не пройду, смотрите. Блин, будет печально, если дверь закрыта. Но она открыта, это кухня. А, только через кухню возможно пройти через тот завал. Тут ничего не открывается, что такое? Вода капает, что ли? Но воды тут нету, и не было уже давно, судя по всему. Да нет, дом-то есть, конечно, и... Дом нельзя назвать прям уж таким заброшенным, но и обжитым тоже. Свет горит. Вроде бы, блядь, как только недавно отсюда все свалили. Возможно, так оно и есть. Фотографии, опять же, блядь. Это что за ебаный рот? Это что за хуйня? Есть какое-то платье, есть зеркало. Блин, вот. Лень, блядь, разработчиков. Сука, даже в старущем Дюкнюкеме 3D, который, блядь, отражение было в зеркалах. А вот тут нету, нахуй. Игра 2021 года. Думаю, на Украине, что ли, блядь? Какой-то, блядь. Не, погоди, я, кстати, что-то читал. Или, блядь, мне кто-то говорил. Я вот не помню. Тут, между прочим, известно, в какой стране действие происходит. Я что-то припарил. Или я перед первой серией или даже что-то. Что это такое? Предохранитель. Блин, сейчас если я предохранитель возьму, скорее всего, свет вырубится. Я же вроде читал. Ну, в какой-то точно... восточноевропейской. Так, это что? Спрятаться. Отлично, блядь. От кого прятаться? Я не хочу прятаться. Сейчас мы... Давайте вот тут посмотрим, что... А я могу в шкаф, что ли, залезть? Блядь, да ты что, серьезно, что ли? Я не хочу этого делать. Но придется, по всей видимости. Придется залезать, наверное. Кстати, вот эта девчонка очень сильно на кукольницу похожа. Ну, и чего тут нас ждет? Пиздец, судя по всему, да? Кто там? Хотя бы дойти, знаете, до чего? Ну, где-то 100% сейчас придется назад бежать. От кого-то. О, блядь, ты ебучий рот! Кам туда, где, блядь, так, тихо. Давай, залезай, ты чё, дурак, нахуй? А как мне пошло? Это...
Оно рядом, да? Все, 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 съебываю. Бля, твою мать, сука! Ай-я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 й. А я хотел в другую сторону поползти. Начать просто перезапустить. Ёб твою мать. Погоди, это как это так получилось? Беневиенто. Продолжить. Это откуда я тут начну? Я взял предохранитель? Да, взял. Я хотел залезть под кровать. А, слушай, с этой стороны тоже можно залезть. И ломануться. Когда эта хреновина нас обойдет. У нас получится запас. Давай, высовывай свое гнусное. Гнусное хлебало, блядь. А вот и не страшно. Сейчас, сейчас, сейчас. Мы, по крайней мере, ноги, может быть, увидим. Сейчас вот здесь залезем. Оно когда проползет туда, с другой стороны, мы выбежим, блядь, и сломя башку понесемся к лифту. Очень противно оно орет, надо признать. Оно вообще большое, блядь, оно огромное, нахуй. Ну, как я понимаю, и достаточно медленное. Оборачиваться не будем, блядь. Ни к чему все это, блядь. Просто уйдем. Ну и все, оно там осталось. Можно не торопиться. Можно не торопиться. Мы уже вне досягаемости, так сказать. Ага. Можно и здесь в шкаф спрятаться. Ну, это дураку было понятно, что тут за нами кто-нибудь погонится. Кравит же не просто так. Под кровать не просто же так можно залезать. Сохранить. Так, где у нас тут что? Сюда перезаписываем. Это что, кстати? Это что-то, блядь, я не обращал внимания, или этого не было? Это пуповина, блядь, как я понимаю. Нихуя себе, она длинная, блядь. То есть размер меня, типа, блядь, не смущает? Толщина, бляха-муха. А чё тут закрыто? Вон узлом даже перехерачено. Сейчас мы поставим предохранитель, и все у нас. Все будет, блядь. Изучить, давай. Предохранитель. Комната тупиковая, насколько я помню, да ведь? Блять, где дверь-то, ебаный рот? Так, это что с ней делать? А, нет. Блять, пока она тут откроется, ебучий рот. Все. Сука, откройся, откройся, падла. Вон оно, это говно лезет, блять. Бляха-муха. И у меня есть идея. Есть идея. В шкаф залезть. Блин, ну и там... Где ты? Ох, блядь. В шкаф залезть. Сейчас в шкаф мы залезем. Вот в этой комнате. Здесь есть шкаф. Закройся нахуй. Блядь, подожди, я туда залезу-то нахуй, ебаный мудила. Открывай, блядь. Как вовремя я туда залез.
Только не говорите, что она меня сейчас заметит, блядь. Блин, она туда ушла, что ли? Я, кстати, могу там ее обмануть. Она как-то далековато съебалась, вам не кажется? Ебаный рот. Сейчас мы вот тут ее за столом обманем. Сейчас мы ее маленько наебем. Иди сюда. Животное, блядь. Бля, вон оно. Давай, 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 давай. Все, бежим. Бежим, блядь, без оглядки, ну я нахуй. Так, сейчас лифт открываем по бырику прям. У нас времени вагон, на самом деле. Лифт должен успеть открыться. Так, где лифт-то, блядь? Давай, 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 давай. Тут мы все сделали. Все. Я не думал, что он закроется, бляха-муха. Заходи ты, ебаный мудила. Нет. Не успела, тварь. Но мы здесь вроде все секретики раскрыли с вами. То есть, по сути, там вот только одна дверь непонятная, закрытая. Что там за дверь? Которая прям рядом с лифтом, блядь. Что за хуйня, блядь? Что-то у меня как-то... Какая-то картинка, блядь, слишком... мутненькая. Нет оружия? Бля, оружия нет. Это кукольница орёт, что ли, блядь? Дверь, дверь, дверь. Дверь закрыта вот эта вот. Правильно? Правильно. Фойе. Ну, мы можем с другой стороны, наверное, пройти как-нибудь. Я на это очень надеюсь. Какое-то изображение мутное. Оп, что, кат-сцена пошла. Вон она, блядь. Вон сидит она слева. О, блядь, нет. Я не пущу. А, ты еще жив, да? Найди меня скорее. А то мои друзья тебя убьют. Тик-так. На кону твоя жизнь. Попробуй найти меня. Куклы бошки поворачивают или меня сейчас приглючило, блядь? А, нет, не приглючило. Попробуй найти меня, блядь. Что тебя искать-то? Ты вон убежала куда-то. Я надеюсь, они меня есть не будут, блядь. Ебаные куклы. Так. А я почему-то думал, что... кукольница, это вот кукла, блядь. Сама. Оказывается, ей кто-то управляет, блядь. Ничего себе. Видели бабу, блядь, там? За ней. Кукла-то это марионетка, блядь, всего лишь, я как понимаю. Клубки с нитками. Ну где ты, сука? Кукольная морда. Здесь, кстати, лифт не работает. А, так я пришел отсюда, блядь. Все, 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 надо на второй этаж, наверное, нам валить. Неправильно пошел, что ли? Не, погоди, погоди. Но это мы по кругу пробежали. Сейчас надо нам на второй этаж по лестнице вот по этой забраться. Тут, в общем-то, и указан, наверное, этот клубок с нитками. Что, блядь, происходит здесь? Мужик. Вон она. Нет, это не она. Вон хоть светло, блядь. Сука, а тут завалено. А как? Куда? Это дверь? Да. Вот. Что-то нашли вроде бы, да? Это ты? Застряла, блядь.
просто родилась. Без нее было бы сдохни, лучше. Сдохни, сука! Что это, блядь? А ну-ка, открой шкаф-то. Нет, в шкафах ничего нету. Когда вот сознание вернется, когда оружие нам обратно дадут, надо вот эти будут шкафы наверняка заново проверить. У меня такое ощущение, что там что-то лежать будет. Сейчас вообще непонятно, какая реальность. Почему у меня пропало оружие, куда оно делось. Кукольницу надо сколько-то раз найти, что ли, как я понимаю. Она впрятана. Во! Да, баба, блядь. Баба управляет этой куклой. И симпатичная баба-то, блядь, надо признать. Надо признать, бабенка-то, блядь. Ничёшная. Это у нас вход главный, да? Главный вход. Погодите, где же, блядь, тут? Она может быть. Да вот здесь что-то непонятное. Там, кстати, что-то лежало, блядь, когда мы сюда пришли. Сука, заебал этот так звук на самом деле. Где? Тут опять лифт. Это мы опять по кругу пошли. От твари, блядь. А ну вон отсюда, блядь. Сюда лучше не ходить. Тут какие-то, блядь, боевые куклы. Вон она. Три раза, как я понимаю, надо ей запиздячить ножницами. Ну, логично же. Ящик, шкаф открывается. Шкаф-то открывается, только в нем нету ни хера. Ну, на второй этаж, не знаю, есть ли смысл идти. Где ты, сука? Туда я не пойду, там, блядь, что-то меня встречают не очень хорошо. Вот она. Схватись. Ни за что отсюда не выбраться. Тупой идиот. Как смеешь ты так обращаться с моими прекрасными куколками? Все. Сильно сомневаюсь. Ключ. Я все исправлял. Ключ. Что? Еще, слушайте, так. А вы надо выбраться отсюда. А кукольницу-то мы захерачили, ты погляди. Так, вращать. Что тут есть? Изучить. Объединено с четырехкрылым ключом. Значит, вот кто за этим стоит. Взять, ну-ка. Энджи. Больше ничего у нас нет тут. А вот теперь, пистолет есть? Все, отлично. Берем. Колба с ногами. Их уже две. Колба с ногами. С руками, с жопами. Мы сейчас с вами... Вот здесь вот. Ну там какой-то сундук такой интересный стоит. Я не пойму, что это за хуйня. Мы сейчас с вами посмотрим. Просто. Походим. Наверное. Так, первый этаж. Гостевая комната. И подвал. Вот в подвале какая-то комната у нас закрыта, бляха-муха. Может быть, она вот сейчас в нашем нормальном сознании будет открыта. И шкафы. Шкафы меня очень интересуют. По-моему, когда мы... Вот тут в шкафу что-то... Вот, блядь, я же говорю, что-то есть. Смотрите, ёб твою мать. А, закрыть? Нет. Нету ничего. Стой. Подожди.
А мне померещилось, там что-то лежит. Закрыть, блядь. Фу, ёпта мать. Я хочу съездить на первый этаж. Нам надо ключ найти. От дома скрипичных дел мастера, блядь. Что, блядь? Не понял. Ну вот сейчас не понял. Сейчас мы пойдем. У нас дверь открылась. Просто на улице. Ну, я боюсь отсюда выходить, потому что если есть такой вариант, сейчас я отсюда выйду, блядь, что и все, но я обратно не зайду. Вот здесь мы не были в нормальном сознании. Блин, неужели тут ничего не будет? Вообще, в принципе, ни патронов, ни хера. Мы кукольницу, блядь, победили практически голыми руками. Ножницами какие-то. И то здесь же их нашли. Без пистолетов, без дробовиков, без ракетных установок каких-то. Нет, просто, блядь, захерачили ножницами, блядь, какими-то. Так, ладно, меня это мало волнует теперь. Меня волнует одно. Почему здесь закрыта дверь? Но она, наверное, закрыта с другой стороны просто-напросто. И работает ли лифт? Сейчас мы это с вами выясним. Ну как? Нет-то, блядь. Ну почему закрыто-то? Бляха, ёб твою мать. Почему? Какого хрена? И все, я туда не пройду никак. Вообще. А там у нас целая комнатуха. Целая комнатуха есть. Бляха-муха, еб твою мать. И ключ от... Хотя, погодите, есть вариант такой, что этот ключ подойдет и... к двери этого самого, как его? Скрипаля, блядь. Скрипичника, блядь. Ну, я не знаю. Ну, давайте, ладно, тогда что, выйдем, что ли? Ну, надеюсь, сюда еще можно будет зайти как-нибудь. Кстати, там у нас козлик был. А что-то ведь еще вроде было, или нет? Или у меня глючит? Тут водопад этот гребаный. Нет, здесь ничего нет. А здесь-то вот больше ничего нет у нас. Тоже нету, к сожалению. Ну ладно, пойдемте тогда. Так, а у нас кукла же есть, правильно? Ожерелье Луизы. Это сюжетная, блин. Так, Энджи, жуткая кукла. Донны уже не шевелится. Очень ценная. Мадалина туловище. Энджи можно продать. Энджи, в принципе, никак ни с чем не соединяется. Блин, очень обидно, что мы ключ не нашли с вами. Я сомневаюсь, что этот ключ как раз к той домушке подойдет. Сильно-сильно сомневаюсь. Тут ничего, блядь. Может, что-то на доме есть? Ничего тут не мерцает, не моргает. Нету. Ладно, пойдемте к толстому. По дороге тут вряд ли кто-то должен встретиться, по идее. Хотя все возможно. Фонарик ты не будешь включать? Тут ничего у нас нет. Ну, я думаю, путь к алтарю тут без каких-либо осложнений пройдет. Просто сейчас дойдем, да и все. Тем более нам только будет спуститься вроде как, и все ведь. Ладно. Патроны-то у нас есть, как бы. Сейчас ключ продадим. Надо будет что-то сделать. В плане того, что, может быть,
пистолет прокачать. Хотя, блять, опять же, не вижу смысла в этом. Он у нас прокачан полностью на... Сука, ебаные лифты, нахуй. На убой. А мне больше-то и не надо, как бы. Тук-тук-тук. А вот тут, кстати, могила-то. Беневиенто. Беневиенто, я думал, мужик, блять. А это баба, нахуй. Изучить. Ключ. Колба с ногами. Ну-ка. А что ты сюда надо? Ключ, железный ключ с отметкой, колесо, карта с агрессивами, ожерелье Луизы. А что тут вообще надо? Что это такое, блядь? Что-то положить, что ли? Может, нет, ну куклу я положить-то не могу. Колба. Колба с ногами. Давайте, я не знаю, все попробуем, что. Какое-то подношение ей надо сделать, что ли? Ключ с отметкой. Ну нет, отметка-то ясно не нужна здесь. Что-то, блядь, в доме надо было взять, а мы не взяли, наверное. Хуй её знает. Может, потом что-то тут откроется, так сказать. Надо повнимательнее все посмотреть. Вот, блин, боюсь что-то пропустить. Хочется... углубиться в сюжет-то, блядь, как бы. Я понимаю, что времени очень много. Ну, уходит на все это, но... А мне нравится. А мне нравится. Итак. Домушка, да? Блин, ящик стоит, ничего себе. Патроны от снайперки. Так, погоди, погоди, ты эту волыну-то убери, блядь. Погоди, я не пойму, где я, блядь. А я здесь не был. Ох, бля, ебаный рот. Ты, сука, откуда взялась? Я не помню этого места. Я не помню этого места, вот отвечаю, не помню. Хуя себе, блядь. Какой поворот. Это кто-то здесь похоронен? Бригитта. Непонятно кто, но что это такое? Шар с солнцем и луной. А не вот это ли надо положить-то на могилу? Блять, а вы чё, сука, охуели, что ли, совсем? Ёбаный рот. Так, ладно, вы тут пока это самое, поразвлекайтесь, блядь. А чё за хуйня-то? Почему они оживать начали, блядь? Я что-то не понял, блядь, вот этого. Там какая-то выемка есть, блядь. Ну-ка, шар с солнцем и луной. Да, блядь, нельзя! Стой, погоди. Шар с солнцем и луной. Солнцем. Солнце. Так, как тебя повернуть-то? Ну, это просто сфера, я что-то... Хуй я знаю. Так, ладно, давайте-ка мы с мертвецами сейчас разберемся по Шурику. Их очень здесь много. Они двигаются, как эти черные, блядь, в седьмой части. Пидоры, нахуй. Непредсказуемо, блядь. Блядь, перезарядка, нет!
Ну, сдохло, что ли, отлично. Порох. Ржавые обломки. 590 монет. 770. Конечно, не очень много, но ладно. Патронов туда хера мы потратили. Патронов-то до хренища потратили. В доме что? Я вижу там коробку. Дом открывается. На удивление. И здесь есть коробочка. Кстати, шкаф можно подвинуть. Но по какой хуй, не знаю. Мина, блядь. Мины, блин, мне только вот... Что, блядь? Как нет места, блядь? Ёбаный рот. А как нет места-то? Вы чё, обалдели, что ли? Я охуеть. А чё мы можем выкинуть? Фугасные снаряды? Нет, это я не выкину, блядь. Патроны револьвера. Может, вот это? Клинок самурая хуйня. Ну тут... Я им не пользуюсь, да? А, я не могу ее выкинуть? А почему, блядь? Вы что, ёбнули, что ли? Как нахуй не могу? Так, погоди, во-первых, закрыть снаряжение, да. Во-первых, нам надо как-то тут все распределить. Как с Альт. Это у меня не как-то хреново распределены. Иди сюда. Так. 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 Сейчас, блядь, найдем место. Тут что-то, блядь, как-то наворочено всего. Так, 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 погоди-ка. Сюда. Ну что, и места не хватит, что вы хотите сказать? Бери, блядь. Сука. Вот и все, нахуй. Вот и все, блядь. Че, что это за хрень такая? Во-первых, давай маленько сюда вот сдвинем. Чтобы... Надо продать какой-то пистолет. Вот этот блин, клинок самурая нахуй не нужен. На самом деле, и сколько он херачит? Изучить. 720, так? Этот, изучить. Этот стоковый 760 ебашит. Плюс к нему две модификации можно захерачить. Ага. Сейчас мы продадим вот это тут. Помповое ружье. Мощное было ружье с широким ружьем, с широким разбросом дроби. Итак, погоди, блядь, не то сделал. Быстрый доступ. Сюда его херачим. И надо будет испытать. Вот и все. Пистолет, короче, продадим. И вот этот вот наше ружье старое. Причем оно прокачанное, а этот еще не прокачанный, а ебашит больше, блин. Кристальный череп. Заново все надо изучать, короче, я понял. Блять, карту хотел открыть. Погоди, погоди. Да, вот сад показан, что там что-то есть сокровище. Но я не могу его взять. Там что-то надо положить на эту могилу. Беневиенто. Там наверняка ключ. А куда идти-то? Бля, мы тут еще не были даже. Какая-то хижина, блин. И колодец, смотри-ка. А, обалдеть. Давай-ка. Колесо от колодца. Давай. Что там такое? Голова, блядь. Мандолины, блядь. Все, сейчас куклу соберем. Кто есть там? Голова куклы. 470 монеток. Сортир, блядь. Открываем. Я открываю дверь в сортир. Фото странной птицы. Синяя птица. Фото странной птицы. И что это нам дает?
Давайте посмотрим снаряжение. Фото стороны птицы. Изучить. Синяя птичка. Я знаю, где это. Синяя птичка. А это на центральной площади. Вот здесь козлик был, там где огонек горит. Все понятно. А, эту давай их соединим. Сокровище, мандолина, голова. Объединить с туловищем. Все, у нас есть ценный предмет. Мисс Мандолина, очень ценная. Ценная, сочетаемая. Энджи и кристальный череп. Вот это мы можем все продать. Сейчас мы в дом зайдем. Только еще. Мы здесь и не были в натуре, блин. Тук-тук. Ты ж еб твою мать. Какая-то загадка. Ну давайте дом сначала осмотрим. Машинка печатная, обалдеть. Ключ скрипичного... Сука, нашли, блядь. Ключ скрипичного мастера. И записка какая-то. 10 ноября. Матерь Миранда удочерила госпожу Донну. Мне никогда не было так радостно. Еще ребенком она отпугивала окружающих своим видом из-за шрама на лице. После смерти родителей она заперлась в доме и общалась только с Энджи, куклой, которую для нее изготовил отец. Я благодарен матери Миранде за ее безграничное сострадание. 27 ноября. Госпожа Донна явно рада. Быть может, мне чудится, но ее кукла Энджи выглядит более живой, чем прежде. Сегодня она пришла ко мне в сад и заговорила со мной через Энджи. Мы отлично поболтали. Матерь, правда, дарует какие-то способности? 29 ноября. Госпожа Донна дала мне желтые цветы и попросила посадить их в саду. Я посадил их у могилы госпожи Клавдии. У меня закружилась голова. Может, от пыльцы? Потом я увидел усопшую жену. Донна обрадовалась, услышав об этом. Наверное, об этом. Печатка. Попросила меня прийти к ней завтра. Сказала, что я снова увижу родных. Не совсем ее понял, но она такая добрая. Она тебе опыты ставит, дураке, блядь. Так, печатная машинка, это круто. Подожди, а здесь-то что? А у нас шар-то есть. Вот, ну-ка нахуй. Шар с луной и солнцем. Тут надо... Надо провести его. Тихо. Давай катись. Стоять. Я и так могу наклонять. Какой поворот, блядь. Нет, сука. Стой, тварь. Стой. Сейчас, блядь, упадет. Нет. Нихуя. Сказал я. Ёбаный рот. Как это, блядь, сложнее, чем кажется. Ну? Сокровище. Ониксовый череп. Ну, это было проще, чем предыдущая подобная загадка. Где мы там, по-моему... Опа. Фугасные снаряды. Хуя себе, пропустил, блядь, просто, блядь. Фугасные снаряды. Надо, блять, говорю, 20 раз по одному месту можно пробежать и не заметить нихера. Машинка печатная. Машиночка, давай-ка сохранимся и будем на этом завершать нашу серию. 40 минут наши истекли положенные. Я сейчас еще одну запишу, кстати сказать, по секрету вам. И продолжим уже чуть позже. С вами был Малдер, всем спасибо за просмотр. До новых встреч и всем пока.